Мы будем узнавать с вами много всего нового, получать подарки. Ну и, конечно, друзья, чувствовать это настроение нового учебного года. И как классно узнавать что-то новое, используя при этом простую форму игры. На площадке возле информационного центра «Балаковская АЭС» в этот день было многолюдно. Накануне Дня знаний в рамках проекта «Росатом вместе» для балаковских школьников устроили настоящий праздник – фестиваль Kids Day 2019. Для того, чтобы ребята смогли настроиться на новый учебный год. У нас получилась такая программа, она и концертная, и игровая. И мы надеемся, что мы просто сумели поднять настроение всем детям перед сложным учебным годом. Этот фестиваль проводился впервые, но привлек внимание балаковской детворы. Праздник проходил под девизом «Обучаемся, играя». Поэтому каждая площадка не просто развлекала, но и давала ребятам какие-то знания, чему-то учила. Участники фестиваля могли поиграть в большие шахматы, построить дом, нарисовать граффити или раскрасить картины на мольбертах. Для любителей спокойного отдыха – настольные игры, которые объединяли ребят по интересам. Мы пытались нарисовать солнце, домик, ну и наш класс 4 Б. Я рисовал тоже солнышко, помогал Саньку, еще я рисовал облачка, ему тоже помогал. Да. Мне понравился концерт, сделали интересным. Еще понравился большой конструктор и шахматы. В рамках детского фестиваля прошло награждение лауреатов и победителей конкурса «Слава Созидателям», в рамках которого дети рассказывали о своих родственниках, чья трудовая деятельность связана с Балаковской АЭС, а также с развитием нашего города. Очень много творческих работ. У нас были охвачены все школы города и все школы Балаковского района. И достаточно много победителей этого года. Вот у нас 40 лауреатов и почти столько же победителей, которые были отправлены, работы которых были отправлены на федеральный уровень. И, конечно, этих ребят еще ждут свои награды на федеральном уровне. В предыдущие годы конкурс проходил в различных форматах. К примеру, ребята снимали видеоролики с рассказами участников и очевидцев исторических событий, связанных со строительством Балакова и Балаковской АЭС. И поскольку этот конкурс проходит во всех городах присутствия Росатома, то эти воспоминания стали частью общей атомной истории. В этом году участники писали сочинения. Я писал о директоре. Хочу стать таким же, как он. Было предложено 3 варианта темы сочинений. Вот мы как бы решили поучаствовать, потому что у нас дедушка работает на атомной станции, и мы о нем писали. Вот, и стали победителями. Я писал про дедушку и про папу. Папа мой работает на электростанции, а мой дедушка работает, ну, тоже на электростанции. Они дают свет, ну, дому, да, дают электричество всяким приборам. Подарки, дипломы от госкорпорации «Росатом» за участие и победу в конкурсе «Слава Созидателям» помогли участникам получить заряд положительных эмоций перед началом учебного года. А фестиваль Kids Day 2019 стал ярким и запоминающимся окончанием летних каникул для балаковских школьников.